Привет, господа, ребятки и любители зрелища, это Бэкст. И сегодня у нас экстренный выпуск, потому что у Clone Drone in the Danger Zone вышла новая версия. И как вы можете увидеть, в менюшке уже появился Story мод и еще один дополнительный мод. Story мод это, в принципе, то же, что и было ранее. Поэтому мы поиграем в новый мод. Начинаем Endless мод. Тикс, нам дают нового человека, из него только что вытащили мозги, вставили в робота и пускает на арену пинком под задницу. Он у нас салатового цвета. Кстати, хороший цвет. Так, бронза! Ух ты, что там за колонны? Так, там 4 лучника, 3 мечника выползли на меня. Так, давайте начнем. Оу, кого-то там уже покрошило. Конкретно кого-то там покрошило. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажись, лучники мне облегчили задачу. Давайте начнем с лучников. Так, минус один. Ух ты, прыгнул. Вот засранец. Давайте обежим его. Текс, есть. Ага, еще мечник тут. Так, мечник, иди сюда. Вот так вот ему поясницу нафиг вырежем. Чтоб он тут пляски не плясал. Ну идите сюда, крошечки мои. Нифига себе. Вот это я ложанулся. Текс, есть. Еще последний остался. Иди сюда, красавчик. Че, ему пяточку подровнял, что ли? Да что ж такое-то? Че у тебя с ляжками? Они у тебя что там, бронированные, что ли? Есть, я ему руки резанул. Оу, чувак, как же ты будешь там теперь свои делишки-то делать? Ладно, не постреляешь ты больше с лука. Раунд один. Так, выбежали наши салатненькие друзьяшки. На ему, между ног. Ух ты, у него дыренька теперь там во рту и между ног. Вы посмотрите, у него задница нарисовалась. От моих прорезаний. Так, ладно, не будем тут шалить. Давайте пойдем и посмотрим, что за следующий уровень у нас будет. Блин, прикольно, какие-то столбы уже появились. Круто. А вон там босяра сидит, продолжает все наслаждаться своей ареной. Тыкс, что у нас тут новенького? Ну, робот, в принципе, остался тот же самый. Там же у нас остался и архивчик. Точнее, не архивчик, а мусорный бак, где разбирает, собирает, выбирает всякие материалы. Давайла. Тыкс. Подойдем к нему, посмотрим, что у него новенького у этого робота. Опачки. Смотрите-ка, появился джетпак. Джетпак позволяет нам теперь летать и придает нам ускорение. Так, лук, ну, в принципе, то же самое. Энергия для лука, блоки, все, в принципе, то же самое, за исключением, что экстра лайф теперь нам всего возможно 5 штук сделать. Ладно, давайте одного клона сделаем, так как мы только начали, и начинать заново как-то не очень хочется, поэтому пускай у нас будет маленький запас. Так, все, готово, погнали. Блин, джетпак следующий мы качаем. Очень охота посмотреть, как это будет выглядеть, наши полеты. Тыкс, идите сюда, ребятки. Здрасте. Ух ты, отразил. Здрасте, мордасти. Да что ж ты будешь, ты чё такой прыгучий-то? Так, потерял меч. Что это такое? Так, еще один потерял свой меч. Еще один. Ух ты, отразил. Да, вот так вот вертушечку ему. Все, красавелла. Тут чьи-то ноги остались. Давайте. Эть. Нифига себе, они стоячие. Они как вообще стоять-то могут? Я ж вроде их порубил. Вот так вот. Нормал, пойдет. Здорово, зелебобы. Ладно, поехали дальше. Следующее, что у нас? Хочу посмотреть, что же будет дальше. Так. Джетпак. Давайте посмотрим, что же это такое. Что оно дает. Джетпак. Есть. Тикс. На Shift активируется ракета из нашей задницы. О, нифига себе, прикольно. А летать я могу с этой байдой? Нет, летать я, к сожалению, не могу. А если подпрыгну? Нет, она, короче... Ну, круто. Из нашего рюкзачка... Опачки, нифига себе. Это что, царь горы, что ли? Не. Нифига себе, их там лучше... Че это у них за сабли такие здоровые? Или меня глючит, или это реально у них сабли? Ребятки, давайте, подойдите сюда ко мне. Сейчас мы их попробуем. Так.
Блин, не получилось на скорости распилить его. А, одному отрезал руку. Блин, джетпак — это вообще вещь, ребята. Так, минус один. Зато, знаете, меня даже... Ох, отпрыгнул. Меня не могут даже поймать эти любители луков. Так, иди сюда. Красавчик, на тебе по пояснице. Так, давайте быстренько доберемся до них. Блин, джетпак вообще рулит. Сейчас я их попробую красивенько вот так вот в ряд. Вы видели? Всех троих нафиг в ряд вынес. Вот это круто. Вот это зрелище. Так, ладно. Врубаем нитро. Полетели. Попердели. Такс. Дальше, дальше, дальше. Что же еще можно прокачать? Ну круто, круто. Вы видели, как на ракете их просто вот так вот хоба в рядок прям вынес? Это было зрелищно. Мясо и зрелище. Так, что дальше? Блин, ну, лук я, наверное, не буду качать, да? А вот энергию стоит прокачать, потому что джетпак у нас зависит от энергии. На 25% быстрее летать? Ну нет, нет, не хочу. Давайте блок прокачаем. Блок, отстрел. Да, давайте блок отстрел прокачаем на всякий пожарный. Вдруг какой-нибудь умник все-таки до нас доберется своей стрелой и захочет пронзить нас насквозь. Опа! Сильвер! Четвертый уровень, ребята, Сильвер, красный уровень. Ох, здравствуйте, господа. Опа, хорошо, что я прокачал, вы посмотрите. Не понял, это каким таким макаром он так умудрился стрельнуть в меня? Чё за же скач начался? Я вроде бы бегал, двигался. Так, ладно, хорошо, начнем с лучников. Где этот лучник сидит? Так, 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 так. Чё это за мега-пупер-пупер? Лучники такие. Может, я просто попался им так удачно. Так, один есть, лежит. Иди сюда, красавчик. Какой ты меткий. Опа. Ой-ой-ой-ой, вот это неудачно, неудачно. Еще одна. Чё ж ты будешь делать-то? Так. Да что ж ты будешь делать-то? Так, есть контакт. По-моему, я его напополам порубил. Так, давайте с паучком теперь. Хопа. Ну, ножки какие-то у него крепкие. А, нет, все, в принципе, то же самое осталось. Ой-ой-ой, главное, мне черепуху сейчас бы пило не распилило. Так. Так. Давайте подлетим быстренько его. Ой. Так, так, так. Блин, с этим джетпаком как-то игра очень ускоряется. Вот так вот ему нафиг жопу подрезаем, а то слишком толстая. Так. Паучок остался, сейчас мы его... Опа. Иди сюда. Сейчас мы ему ножички подрежем, а то он слишком длинненький какой-то. Ой-ой-ой-ой. Что ж ты будешь делать-то? Давайте мы ему... Ой-ой-ой, не туда улетел. Блин, почему я не могу тормозить джетпаком? Да что ж ты будешь делать-то? Вот так вот ему между глаз нафиг. Круто. Все, я сейчас чуть-чуть полежу, отдохну, позагораю, никто не против. Ладно, все, хорош. Встаем, встаем, встаем. Отличненько. Красная кнопочка, надо. Она меня раздражает, надо ее захерачить. Вот. Вот так вот. Вот, все хорошо. Замечательно. Такс. Чего у нас еще там не прокачано? Нужно прокачать блок от мечей, потому что красненькие пошли, надо как-то с ними потягаться в блокировании меча. Так что пойдем качать меч. Такс. Блок меча у нас вот эта вот штука. Так. Пинки. Пинки, пинки. Качать, не качать, не знаю. Что-то мне в ближний контакт с ними входить вообще неохота. Но ничего. Люди знают, как что крутить, вертеть надо. Ах ты. Я думал, я ему сейчас яки подрежу, а нифига. Блин, а чё ж я экстра лайф не прокачал? Так, ладно, давайте долетим быстренько до вот этих ребят. О, как это было здорово. Как я люблю их рубить-то на джетпаке. Ух, это было близко. Чё-то я тупанул. Надо обязательно потом следующий раз экстра лайф прокачать. Главное не ложануться и не лохануться. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Блин, еще соседи срулить начали как не вовремя-то. Ух. Да ну нафиг, иди в пень. Чё-то я очкую к ним подходить, когда их много. Так, минус один.
Так, промахнулся. Да что ж такое-то, прыгнул-ка как не вовремя, да, а? Так, есть. Поясницу отрубили, и вот это последний. Красотка! Как ты полегла. Накажем, накажем. Нефиг прыгать передо мной. Балерины, блин. Тикс. На джетпаке долетаем. Хорошо, что у меня бензин бесконечный. А то было бы вообще печально. Тикс. Что прокачать? Клон. А, нифига себе. То есть мы за всю игру можем всего 5 клонов сделать? Ну, это, господа, не очень интересно. То есть максималка все-таки... Я думал, мы всего можем иметь 5 клонов, а оказывается, если один клон уничтожается, то потом, как бы... Ну, вы поняли, да? Максимум 5 клонов. Если одного убивает, то он все равно засчитывается. И, короче, вот это 5 херовин, они не обнуляются никогда. Надеюсь, вы меня поняли. Что-то я... Стопор схватил. Что это за хрень? Опа, 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 опа. Так, где тут пилы? Пилы? Нет пил. Так, поехали, тика. Полетели, тика. Так, иди сюда, красавчик. Чё ты прыгаешь-то? Ты сражайся давай нормально, на одной ноге. Это тоже можно подраться. Так, тик, тик. Ой-ой-ой, как он в месиво попал. Текс. Нафиг. Лучник, иди сюда. Между черепов. Ну, теперь у тебя, наверное, будет косоглазие. Извиняй, дружище. Блин, нифига себе. Ну, с колоннами круто придумали. Я надеюсь, что здесь какие-нибудь топоры потом будут летать. И если я так что-нибудь не увижу или промахнусь, не успею пробежать, эти топоры будут меня расплющивать или рубить нафиг на кусочки. Да что, сколько-то... Соседи, блин. Сколько ж можно-то сверлить-то? Тикс. Подходим, качаем. Давайте, наверное, энергию нет. Давайте прокачаем блок лука на 180 градусов. Чтоб я не вертел туда-сюда башкой, а мог спокойненько отражать стрелы. Можно сказать, практически я стал бессмертный для лучников. Голд! Новая раса дронов! Вы посмотрите, какие они! Ух ты, да, они еще с джетпаком! Они что, летать умеют, что ли? Да ну нафиг! Так, надо избавиться от этих товарищей. Блин, я ему подбородок только цепанул. Кто-то там прям вот к заднице моей хочет прильнуть. Я чувствую. Так, надо его добить. Добить. Иди сюда, красавчик. Ты, блин. Да что ж ты будешь делать-то? Не успевается. Мне кажется, чуть пяточку кто-то не подрезал. Не подрихтовал. Да что ж ты будешь делать-то? Я что, без ног остался? Чё я сидел на дорожке тут сейчас? Так, иди сюда, дружище. Да что ж такое-то? На, между глаз. Так, минус один есть. Иди сюда. Так, по жопе получил, все, и улетел в уголок. Правильно, постою там в уголке. Ух ты, нифига себе, сзади, как я умудрился-то, а? Развернуться-то вовремя. Так, вот пока он лежит там. Да что ж ты будешь делать, этот робот? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нифига себе, вот это натиск. Так, блин, не успел джетпак врубить. Прям между булок заехал. Так, хорошо, что я клон-дрон сделал. Поднимаемся наверх. Идите сюда, красотки. Сейчас я вас размажджу. Мы сейчас их по-хитрому сделаем. Вот так вот, иди сюда. Да что ж такое-то, опять ему пукан. Пукан подрезал немножечко. Оп. Давайте покатаемся, ребят. Если вы любите кататься, я тоже не прочь. Любишь покататься и умеешь саночки возить. Да что ж ты будешь делать-то? Нет, вставай быстрее. Блин, с джетпаками, конечно, усложнилась игра. Блин, как он меня заехал так по булками. Что-то еще и игра повисла. Да, ребят, печаль. Тут я, увы, уже просрал. Такс. Лана Девайл, короче, померла на 7 уровне. Уровень это голд. Вот. Ну, как-то так вот, ребята. Интересно. Новые расы добавились. Какая-то локация, постоянно меняющаяся.
Новые роботы, дроны, вон, джетпак добавили, очень круто. Так что, если вам понравилось и вы хотите увидеть продолжение, а я знаю, что вы хотите, голосуйте под видео, оставляйте как можно больше комментариев, ставьте свои большие пальцы к этому видео, то бишь лайки, и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, иначе вы пропустите много интересного, а мои подписчики не пропускают ничего. Так что, всем спасибо за просмотр, то, что оставались со мной эти несколько минут. Всем удачно отдохнуть, хороших всем выходных. В школе вроде как я знаю, что начались каникулы, так что удачных каникул. Всем удачки еще раз и пока. До нового видео.